Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайкусики под нашими сериями троллинга, только благодаря вам выходит это видео, да? Да, поэтому, ребята, ставьте лайки прямо сейчас, и давайте наберем как можно больше лайков на наших обоих видосов. Когда мы это сделаем, то сразу выйдет следующая серия троллинга. Поэтому, ребята, ставьте, не ленитесь. А мы побежали. Давай. 15 тысяч лайков мы набрали по предыдущей серии, и сразу вот вышло. Так что давайте, ребят, дерзайте. Итак, ребята, что за троллинг я сегодня построил? Кто помнит предыдущей серии, когда Жека мне построил просто какой-то мозговой штурм, где вообще ничего не было, никакого сюжета, просто какие-то телепорты туда-сюда. Я вообще даже не понимал, что там происходит. Поэтому в этой серии я также Жеке решил построить какой-то кромешный звездец. Я не знаю даже, как это назвать, честное слово. Хотя, почему не знаю? Знаю, знаете, как я эту карту назвал? Кнопкофобия, да. Да, потому что, ребята, после этой карты у Жеки реально появится новая фобия к кнопкам. Потому что в этой серии их будет прям слишком много. И вообще сюжета тут нету, только реальный мозговой штурм. Поэтому, ребята, давайте меньше слов, больше дела. Давайте мы сначала пойдем к Жеке, пройдем его карту, а потом уже вернемся на мою и посмотрим, справится ли Жека или нет. Ну что, Эдисон, ты готов? Я готов, Жека, потопали, я сразу хочу. Эдисон, подожди, вот перед тем, как ты зайдешь, я хочу тебе опять сказать, что у меня на карте опять нет никакого сюжета. Мы вчера с тобой на стриме сидели, и ты видел, что я не знал, что строить. Mm-hmm. Поэтому я построил просто обычную карту, заходи и троллься. Троллься, да? Опять какой-то мозговой штурм у нас будет, да, сегодя? Ну, наверное. Хорошо, наверное. Тут как бы все очень просто, ты просто проходи мою карту, вот ты уже нашел какую-то дверь секретную, да? Но только тут перепрыгнуть нельзя. Ну вот так вот отсюда можно. Ой, господи, это что такое? Это дека! А, это дека был, это сейчас дека был. Это дека, да, это был дека, Эдисон. Тут можешь паунпоинт поставить. Он меня с одного удара убивает. Да, мне кажется, как-то деку все равно можно убить, но у меня это просто такая подсказочка небольшая. Ты попробуй, конечно, попробуй деку убить. Вряд ли на самом деле, мне кажется. Ну, мы попробуем, может где-нибудь по-другому, не знаю, кокнуть его получится. Да. Не, мне кажется, нельзя. Кстати, нужен какой-то способ его убить, да. Ну ладно, хорошо. А как я на вот это, нажму на вот эту плиту? А вот даже не знаю, мне кажется, в этом тебе поможет как раз таки дека. Да вряд ли он мне поможет, как он поможет? Ты вообще тестил? Он может помочь? Ну да, он поможет тебе так косвенно, понимаешь? Косвенно. Какие косвенно, Джека, ты... Ну ты просто зациклился на одной вещи, ты... Ну хорошо. Дека, за тобой бежит, Дека бежит! Эдисон! Что ты, я ни хрена не понимаю, честное слово. Перепрыгнуть я тут не могу, вот смотри, давай. Советую выйти вот сюда, вот давай, иди сюда. Сюда иди. Вот ты здесь явно что-то не прочекал. Прочекай все, что здесь есть. Ты обязательно прочекай. Видишь, кнопочка какая-то, видишь? Ой, нет. Не-не-не-не-не, кнопочка точно не та же, кнопочка не та. А может что-то еще есть? Посмотри, что выделяется. Может потыкай на эти блоки, которые немножечко выделяются. Немножечко выделяются? Немножечко так выделяются. Да. Ты нашел лук. Да, я нашел лук, вот в чем проблема. Да, если ты, в принципе, ты молодец, ты прошел мою карту, все. Дека тебя будет преследовать, все, беги. Не надо, я ненавижу Деку на самом деле, Жека, не надо больше Дек, пожалуйста, я тебя прошу. Хорошо. Быстрее, Эдисон, беги быстрее, а то Дека сейчас воскресится, понимаешь, Дека бессмертный. Не надо воскрешаться, не надо. Да, ты вот поэтому ты беги, срочно беги. А ну там есть кто-то? Там... Я чекаю просто. Ой, господи, это что такое, Жека? Это я не... Ну. Я не знаю, где ты, но в общем, поехал. Я еще упаду куда-то, Жека. Не надо, пожалуйста. Нет, смотри, все нормально. Я с писькой в руке буду ехать, хорошо? Хорошо, давай, проезжай, прям с писькой в руке. Так. Опа. Что-то там было. Редстоун. Да, мне кажется, Редстоун тебе пригодится. Ты, в принципе, молодец, что его взял. Молодец. Вот. Только обратно приехал. В смысле обратно? Куда обратно? Алло. Ты что-то ты как-то вот откуда приехал, туда и... Ну, да, поехал, ну, туда и приехал. А да, что мне дальше делать? Не знаю, Эдисон, ищи. Ищи какие-то, может, скрытые проходы, я не знаю. Ну, явно не здесь, мне кажется, где-то вот здесь, в начале. Вау!
Скрытые проходы, да, говоришь, скрытые проходы. Может быть, что-нибудь за стенкой есть, я не знаю, там вот за стенкой где-то. Да. За стенкой? Да, что-то мне кажется, за стенкой точно должна быть. Эдисон, давай, давай, быстрее, прыгай, прыгай, прыгай. Опа, опа, видишь, что-то проход нашел, как бы. Да нет, тут, так, главное, чтобы деки не было, пожалуйста, пожалуйста. Так, смотри, Эдисон, тут у нас, видишь, Redstone система, ты должен ее починить. Починила! Ой-о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 й
быстрее! Куда Эдисон спасет Джека? Да это нереально. Ты в психушке! Ты в психушке, понимаешь, Эдисон? Тебе нужно срочно. Джека, я не успеваю просто на рычаг даже нажимать во время того, как меня тебя. О, видишь, тыкнул! Ты тыкнул? Нет. Все хорошо, ты тыкнул на два рычага, все я нормально. Я не тыкнул. Давай! Тыкнул, вот он! Да не тыкнул! Да тыкнул! Да я не успеваю даже на рычаг на какой-то нажать, Джека. Вот смотри, вот смотри. Смотри, я тыкаю, смотри. Ну. Вот тыкнул. Ну так мне надо 30 секунд, чтобы на один рычаг тыкнуть. Тут час уйдет, чтобы я эту комнату сраную прошел. Давай быстрее, ты справишься, я в тебя верю. Вот я тебе дам подсказку, где-то вот здесь, Эдисон, вот здесь. Я не знаю, где ты, вот ты в том-то и суть! Я за тебя, Эдисон, поворачивайся, где-то вот здесь! Тыкай! Вниз, тыкай! Давай быстрее! Ну, я тыкнул еще дальше. О, все, я прошел. Я прошел. Ты кажется, прошел, Эдисон. Да. Но ты все равно в психушке! Эдисон, ищи выход из психушки, быстрее! К черту выход! Тут есть кнопочка, которая тебя спасет, быстрее, ищи кнопочку! Быстрее, да, тыкай, тыкай на нее! И ничего такое, ничего не проходит, ничего не работает! Ты не тыкнул! Ты не тыкнул, ты на рычаг тыкнул! Вот тыкнул! Все, иди ты нахрен! Эдисон, подожди, все, это у нас Тинтиран, да? Да я понял уже, да, да. Ты должен найти ту кнопочку, которая тебя оттелепортирует в нужное место. Кнопочку или плиту? Ну, плиту, да, плиту. Ищи. Опа. Ладно. Это сейчас, ничего, не Тинтиран? Почему блоки не падают? У меня такой вопрос. А, ну, это такой, это тролли. Это недоработка карты, мне кажется, а не тролли. Я тебе хочу сказать, что ты уже нашел эту кнопочку, просто как-то какой-то немножко слепошарый, ну ладно. Кнопочку? Ну, в смысле, я думал, меня ты пэкнет. Опа, опять, ой. Опа, видишь, Эдисон, все. Очень-очень просто. Где? Все, Эдисон, проходи дальше. Да, молодец. Да, конечно. Ой. Да. Ой, да, я проверил. Да. Эдисон. Я жив. Жека, я выжил! Я выжил, Жек! Спасибо тебе за то, что сохранил мне жизнь. Спасибо, Жек. Спасибо. Да не за что, в принципе, ты свою карту просто взорвал немножечко. Да? А, ничего, у меня есть копия, Жек, все нормально. Нет, у тебя нет никакой копии, Эдисон, ты же знаешь, я как бы тебя взламываю постоянно. Да, Жек, меня вчера на стриме взломал, и даже не понял, как ты меня взломал, Жека? Эдисон, ты я минуту месяц как бы не смеялся, копии-то у тебя нет, я тебя опять взломал и удалил твою копию своего компьютера. Вряд ли, конечно, Жек, у меня тут надежная защита, вряд ли. Блядь. Ну ты, Эдисон, ты конечно можешь, да, я понимаю, ты сейчас пытаешься оправдаться, да, типа говоришь, да, что все хорошо. Да. Но успокаивай себя, но на самом деле твоя карта не больше. Все очень плохо, да, все очень плохо. Твоя карта больше не существует, понимаешь? И что мы будем делать? Ты зря ее сжигаешь. Я не знаю, Эдисон. Ну все, как бы я тебя затроллил, поэтому до свидания. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Ставьте лайки. 15 тысяч лайков, новая серия. Вот. Только без моего троллинга никаких лайков тебе не будет, Джека, вот в чем прикол. Так что давай. Ладно, хорошо, ладно. Возвращай мне карту, давай. Сейчас совернем. Давай, просто готов? 3, 2, 1. Подвешивайся, как бы я сказал, вот все восстановилось, как бы все. Ну я же сказал, что у меня была копия, поэтому, Жек, хорошо. Как бы, да, ее не было, это я как бы поставил. Это у нас, Жек, просто юный хакер, можно так сказать. Да, хорошо, Жек, я тебе тоже построил троллинг, тоже без сюжета. Без сюжета вообще нету, никакой сюжета. Ну вообще, конечно, вообще. Как так можно? У меня троллинг называется кнопкофобия, Жека. Я сам придумал, очень гениально. Поэтому давай, Жека, проходи. Кнопкофобия? Кнопкофобия у нас называется, давай. То есть я должен сказать кнопки, я правильно? Да, вся суть карты это кнопки. Правильные кнопки. Жека, вот тебе первая. Подожди, иди сюда. Нашел. А Бобика погладь. Но он не настоящий, Эдисон. Да, настоящий. Ну это да тролль. Да нет, он не настоящий. Но я нашел кнопку, когда она была затыпа как-то спрятана. Да, ну хорошо. Так, нажимай. Ага. Так, Жека, давай. Ага, еще две кнопки. Ну, допустим, вот это. Ага. Ты где? Что? Я куда-то падаю! А! Так, Жек, ты прошел! Ты прошел! В смысле ты умер? Подожди, а ты нажал там нажимную плиту в последней комнате? Нет. А-а-а! Куда мне сюда идти? Куда тебе? Не-не-не, тебе нужно тпхнуться ко мне. Давай. Ага, спаунпоинт, да, здесь тебе нужно. Да, вот тут спаунпоинт. Жека, ты очень быстро прошел моё второе испытание, вторую локацию. Вот смотри, тебя тпшит в комнатке, да? В комнатке. Да. В комнатке, в комнатке.
Вот. Ага, ну вот. Ну вот. Ножная плита, да? Да. Ага. А, понятно. Типа у меня есть и защита, я понял, теперь я могу пройти. Так, Жека, это третье испытание, ты понимаешь, ты уже прошел... Колбасит меня! Да я понимаю, понимаю. Колбасит, помогите. Так, Жека. На золотую... Эй, со мной сейчас тошнит, помогите! А ты прикинь, какое у меня только что ощущение было, когда меня тпхало туда-сюда, Жека. В общем, у тебя есть, сзади тебя есть кнопочка, видишь? Тебе нужно нажать на это. Да. Нажал. Тут все очень просто, Жека. Я тыркаю. О, вот и я тоже тыркал в твоей комнате. Да, я вроде попал на нее. Еще тебе дало что-то? Нет. А, ну раз не дало, значит, Жека, ничего не работает. А не, мне написал то, что дало. Или нет? А что мне дало? А не, значит, не дало. Ну посмотри, тебе нужно кнопочку получить. Вся суть карты — это кнопочки, понимаешь? Тыркай. В смысле, тыркай. А что мне сейчас-то делать? Тыркай. Тебе дал дало кнопочку или нет? Ага, значит, ты ее не туда просто поставил, Жека, понимаешь, ты ее не туда поставил. Жека, давай, тыркай. В смысле, а что, мне должны еще одну кнопочку? Еще одну кнопочку, да. Так, Эдисон, это невозможно. Это возможно, почему невозможно? О, да ты ее взял, но только куда ты ее ставишь? Ты еще, ты вторую кнопку... Да я ее не ставлю никуда, я просто тыкаю правку мыши. Возьми кнопочку. Я ничего не понимаю, Эдисон. Ну возьми кнопочку. Что происходит, мать твою, помогите. Ну пожалуйста, возьми кнопочку. Эдисон, я не могу. Взял, поделай, все, у тебя есть кнопочка. Отлично, кнопка есть, хорошо. Теперь, Жека... Мне нужно поставить на синий блок? Да, на алмазный. Эдисон, ты издеваешься? Это невозможно. То есть я должен еще раз... Нет, ну почти! Туда. Ну почти! Ну хорошо, я тебе помогу. Да помогите кто-нибудь мне! Возьми кнопочку, я за тебя ее куда? Поставлю. Где? Возьми просто еще одну кнопочку. Да я тебе сейчас. Ну хорошо, я поставил. Не боби, Жека, не боби, пожалуйста, не боби. Я поставил, тпхайся. Тпхайся. Да помогите! Ну нажимай на алмазный блок, нажимай! Да! Кнопочки! Жека. Еще раз! А у тебя есть еще одна кнопочка на всякий случай? Нету ни хрена у меня! Ой, господи, Жек, тебе нужно предыдущую локацию возвращаться за кнопочкой, и потом опять в эту. Какую, как туда вернуться? Опять на золотой блок тыкай! Я тыкал, но не буду. Еще тыкай. Тыкай. Ты в жопу, тыркай, давай! Я говорю, то, да что... Тыркай! После этой карты у тебя просто кнопка фобия начнется, Жека. Я молодец! Тыкнул, вот. А чё не тпхнула, Жека? А чё не тпхнула? Она... Что, недоработки карты, да? Я тут зря еще раз тыкнул, ничего не происходит. Как бы все работает у нас, да, все работает, Жека. Я тыкал только что. Ну тыркай. Вот снова тыкнул. Хорошо, ладно, Жека. Мне кажется, Жека будет час проходить эту карту, поэтому я ему немного помогу. Я еще раз. Вот смотри, я тебе дал вот кнопочку. Вот опять тыкнул. Я тебе кнопочку дал. Есть у тебя кнопочка, какую? Жека? Нет, нет у меня никакой кнопочки. Как нету, если есть кнопочка? А я поставил случайно. Да ты дебил просто, не ставь эти кнопки. Вот, дай еще одну. Кнопка, да, ага. Нужно поставить на алмазный блок. Дай еще на один алмазный блок. Давай, Жека, давай, мне кажется. Ёханый бабах, я даже не понимаю, где он находится. Так, сейчас, подожди. Так, сейчас нужно тайминг. Так, нет! Ну, Жека, ты, ну хорошо, я тебе еще раз помогу, Жека. Да, это, ну, я не скажу то, что это сложное испытание на самом деле. Это все очень просто. Да, твою там, ну ты меня заколебал, ну честное слово. Я тебе бесплатные кнопки тут раздаю, Жека. Так, сейчас. Кнопки, за кнопки как-то платить надо, понимаешь? Поставил? Нет. Я тебе сейчас... У тебя есть еще одна кнопка? Во! Да! Молодец! Поставил! Давай, Жека! Где? Куда тыркать? Ничего не давай, понимаю! Давай! Тыркай! Ну, давай, Жека, давай, пожалуйста, давай, алмазный блок! Да я не понимаю, это же где я? Ну вот он, Жека, алмазный блок! Ребят, помог! Да! Молодец! Я уже хотел тебе помогать, но все же. Жека, подожди, не тыркай, не тыркай. Сейчас будут самые сложные вопросы в твоей жизни. Первый вопрос. А посередине? Будут 4 комнаты. Ну, просто как бы, чтобы геометрично было. Будут 4 комнаты, да? Вот. В первой комнате... Дай я хотя бы правила объясню, ну хорошо? Можно я правила объясню, а потом ты уже будешь тпхаться. Ну, правило просто. Выбор. Вот тут у тебя кетчуп, тут майонез. Ты выбрал посередине. Что ты выбрал? Ты выбрал кетчунез. Хорошо. Давай дальше, Жека. Давай так, дальше. Писюн вверх, писюн вниз. Написюн вверх, естественно. Молодец. Значит, у тебя все там... Ибрагим или Стефан? Ну,
Так, ну Ибрагим это твой, значит мой Стефан. А нет, Митрофан. Нет, это не Митрофан, это значит, что ты обоих любишь, да. А, и ну последняя ладно. Комната, ты быстро как-то мое испытание проходишь. Последняя комната, бургеры или пицца? Тут сложно на самом деле. Ну вот бургеры, если только в фарше. А пицца, ну пицца, в принципе, мне всегда нравится. Ну, мне, в принципе, то и то нравится, поэтому тоже посередине. Твою мать. Не, я, кажется, не угадал. Не, да? Неправильно, неправильно. Я тебе сейчас... По какой логике я должен действовать, я ничего понять не могу. Сломай эту кнопку наверху, пожалуйста, мне бесит. Подожди, а где тут логика в этой карте? Где тут вообще? Почему тут должна... Если я тебе вопросы задаю, кетчуп или майонез, где тут логика, Жека? Так, кетчанез, писун вверх. Так, люблю обоих. Ну, тут, скорее всего, пицца. Дай! Сейчас. Ага, так, кетчанез, писун вверх. Обоих. А что я тыкал? Я тыкал на и то, и другое, я тыкал. Да ты не тыкал. А на бургера не тыкал. Да что это? Меня везде ты пэшки, Эдисон. Деваться, ничего понять не буду. Куда мне тыкать, Эдисон? Я уже и туда не знаю тыкал. Дойди, хорошо, дойди еще раз до последней комнаты, я там все расскажу. Все подробно расскажу. Я тебе сейчас за... Кичанес, писун вверх. Люблю дальше, ну. Жека, тут еще одна кнопочка есть. Ни то, ни другое. Ты на диете, дебил! Понимаешь? Ты на диете, молодец, ты нашел вот эту кнопочку. Но сейчас, Жека, сейчас. Будет очень как-то сложно, понимаешь? Очень сложно. Ты, точнее, я создал тебе куклу Вуду, понимаешь? Ёханый бабаханый, чуть не упал, ну. А, это я, да? Да, прикольно. Это ты. Тебе, вот тут есть кнопочки. Одна кнопочка поможет тебе пройти весь мой троллинг, понимаешь? Так, мне нужно лук. Да. Я боюсь тыкать на эти сундуки. Да что тут нету? Вот видишь кнопочки? Тебе нужно попасть по нужной кнопочке. Я знаю, куда надо попадать сейчас. Сейчас. Да ёманый, манаманый. Молодец. Так хорошо, давай. Писюн не работает. Ну да, давай тогда. Писюн. А сразу в писюн выстрелил, сразу в писюн. Да ёханый бабаханый. Так, давай. Стефан. Mm-hmm. И потом сюда. Mm-hmm. Давай. Так. А может какой-то секретный? Ага, я вижу. Я вижу, что-то вижу. Да ёханый бабаханый. Ты угадал, да, ты угадал. Тут есть секретная кнопка только. Ну вот я в неё попал, и меня тпшнуло. Ну, значит, не та секретная Жека, значит, не та Жека. Здесь где-то, что ли, что? Не-не-не-не, там точно нет, ну я туда не стал засовывать. Не-не-не-не, всё намного проще, Жека, всё намного проще, на самом деле. Сейчас, я, кажется, понял, да? Я правильно понял? Нет. Ничего. Ага! 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 А как на неё нажать? Сложно, да, я понимаю, сложно, но можно. Не, подожди, здесь мне должен прыгнуть, что ли? Нет. А да, как да, ну все очень просто, Жек, на самом деле. Можно же. Я в неё не тыкаю. Да можно, все реально. А ты просто не сундука пробуй нажать. Почему ты на сундук залез? А если отсюда я ее не вижу вообще? Нет. Видишь. Ну. Ну, я тыркнул. Ну ты тыркнул. Еще раз тыркнул. Тыркнул. Но, Жека, перед тем, как эта кнопочка что-то сделать, я тебе скажу. Ты готов, Жека? Ты готов к последнему моему финальному испытанию? Да, ну быстрее, давай. О, Жека, я надеюсь, ты будешь готов. Я видел, там какой-то снайпер стоит, мне тут ТП шло в самом начале. Да, Жека! Ага! Твое любимое испытание! Проходи, я Жека, поставь спайнпоинт тут и проходи, Жека. Финальное испытание. Смотри, сейчас отвлекающий маневр. Пау! Я знаю... Я знаю, Жека, то, что ты очень любишь это испытание. Давай, проходи! У меня, правда, резистенс, ну ладно. Я нормально. Я поплаваю тут, хорошо. Ты поплавай, потому что, Жека... Я не стану тебя мучить. Тебе даже не надо проходить испытание. Просто, Жек, ты можешь там умирать бесконечно. Ты и так уже сегодня намучился. Я так, ребята, Жека же намучился сегодня. Я могу сюда уходить, да? Нет, не-не-не-не-не, ты там гори вечно. С резистенсом. Нет, давай я к тебе приду. Почему? Это скучно. Почему? Сраный снайпер, на, получи пулю в глаз, на. Ой. Жека. Я реально не стал тебе даже в конце убивать, ну потому что мне тебя жалко. О! Горячий парень пришел. Я горячий. Горячий просто, горячий. В общем,
троллинги сюжета, как это у нас было на начале нашей рубрики. Но все же, ребята, если вам понравилось, если вы хотите продолжение, то ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос и давайте... Ты куда убежал? Да, давай, говори. И давайте наберем по 15 тысяч лайков на наших обоих видосах и сразу выйдет следующая серия троллинга. Да, ребята, да, и пишите ваши комментарии, вот, нам очень интересно будет почитать, что вы думаете. И не забывайте также подписываться на наши инстаграмы, это вот самое главное, считаю, да, если... Да, спасибо за то, что карту взорвал, в принципе, да, ребята, все верно, в описании есть ссылочка на наши инстаграмы, на наши странички ВКонтакте, поэтому подписывайтесь, большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока. До свидания.